Участники форума обсудили наиболее важные аспекты взаимодействия государств, содружества в сфере транспорта, безопасности и улучшения качества пассажирских перевозок. Высказали свои идеи и предложения. В странах СНГ идет интенсивное развитие транспортно-логистических центров. Ведется работа по созданию систем скоростного железнодорожного сообщения, а также совершенствование водного и авиационного транспорта. Главная задача для транспортников – обеспечение качественных перевозок в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Большинство болельщиков из стран СНГ прибудет на соревнования воздушным транспортом и железнодорожным. Благодаря транспортному гиду болельщика зрители смогут бронировать бесплатные билеты на железнодорожном и других видах транспорта, в упрощенном порядке регистрироваться на рейсы. Кроме того, обладатели билетов на матчи имеют право бесплатного проезда различными видами транспорта между городами-организаторами, а также внутри городов. Сегодня мы создали новый совет, совет по транспортным коридорам, то есть по логистике, оптимизации перевозок на транспорте. Поэтому это главный форум, где мы встречаемся как транспортники, обсуждаем свои вопросы, ставим задачи перед собой, которые потом, если они должны решаться на более высоком уровне, ставим на уровень и нашего руководства. Расширение пропускной способности, магистральной модернизации портовой инфраструктуры – важнейшие задачи и для Краснодарского края, так как регион является ключевым транспортным узлом России. Что же касается Сочи, то здесь к Олимпиаде были модернизированы все возможные пути – транспортные, авиа и морские сообщения. В этом году Сочинская гавань принимает новые круизные лайнеры. В перспективе возможность кругосветных путешествий от Сочинского порта.